Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу павильон 2М. Разложились, будем приступать. Монтаж идет полным ходом. Собрали брус, скрутили каркас. Один торец, второй торец почти готов. Сейчас ставим и все, продолжаем обшивать. Закончили монтаж теплицы. Павильон 2М, 2 метра в ширину, 3 метра в длину. Маленькая, красивенькая и надежная. Сварена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40. Ноги на арках 40 на 40. Форма павильона. Высота стен 1800. Здесь стоят боковые форточки с этого торца. Дверь с форточкой. Отдельно нужна дверь, нужна форточку с дверью вместе, там крючок, дальний торец просто форточка, по обоим стенкам форточки стеновые, укосин для большей жесткости конструкции, колышки в землю, фундамент брус 100 на 150, пропитан антисептиком, в теплице еще стоят системы подвески, две нитки. Все мощно, классно. Поликарбонат 4 мм, новатор 0,75 плотности. На торцах установлены по крыше резиновый уплотнитель. Здесь уголочек обрамления. Над дверью козыречек. Все четко и классно. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!